Более 1 миллиарда тенге выделено из чрезвычайного резерва правительства на восстановление электросетей в Западном Казахстане после масштабных паводков. Работы проведут в Байтерекском, Бурлинском и Чингерлаусском районах. К тому же местные власти должны будут отчитаться об использовании средств до зимы. Напомню, весеннее половодье разрушило более 2000 опор энергоснабжения и оборвало более 50 километров линий по всей стране. 40% поврежденной инфраструктуры уже восстановили.